мармеладных няшностей. Я до сих пор удивляюсь, когда меня называют няшей, потому что, друзья... Хорошо. В любом случае, рано или поздно, каким бы человеком вы себя ни считали, во-первых, у окружающих есть на это другое мнение. А во-вторых, неважно, черствый вы, дисциплинированный, четкий человек со стержнем, либо размазня. Поздно с вами происходит то, опять же, что невозможно прогнозировать и просчитывать. Нас с вами накрывает.